رتل بصوره في القران وقرا من التبيان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دорогие мои братья и сестры у нас продолжение مع القرآن вместе с قرآنом الله سبحانه وتعالى занимает великую степень и является самым достойным деянием, за которым Аллах Субхану Ва похвалил своих пророков и приближенных праведников. Во многих аятах Аллах Всевышний, Свят Он и Велик, упомянул Себя, а затем Своих рабов выразил им тем самым почтение и уважение. Всевышний Аллах во многих аятах упомянул ряд благородных качеств и отличительных черт, которые присущи Искренним Его рабам. Мусульманин должен прилагать все возможные усилия и стараться быть именно таким, каким его хочет видеть Аллах, дабы достичь возвышенной степени и огромного почета перед Господом миров. Одним из самых ярких мест в Уране, где Всевышний Аллах Аззаваджаль, перечисляет качество своих верующих рабов является последние аяты суры аль фурукан «Различие». Аллах Аззаваджаль в этих аятах упоминает восемь качеств, которые присущи верующим его рабам. Аллах Субхану Ва перечисляет рабы, это, качество этих своих рабов и восхваляет их в этом аяте, в этих аятах. Аллах говорит в конце Аль-Фурукан различие бада аудбиллахи мина шайтана раджим وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Аллах говорит, арабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят «Мир!» Этот аят указывает на достоинство называться рабами милосердного. Этот аят указывает на достоинство называться рабами милосердного. Аллаха. это почет. Первое их качество, которое Аллах Субхану Ва упоминает в Уране, это когда они ходят, ступают смиренно, спокойно, без заносчивости и высокомерия, как сказано об этом в другом аяте, не ступай по земле горделиво. Мудрый Лухман тоже сказал своему сыну эти же слова, чтобы не ступали по земле горделиво. Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, так прокомментировал эти слова Аллаха Аззаваджаль. Он говорит, это те, которые ступают по земле, подчиняясь Аллаху, проявляя тело мудрость, проявляя тело мудрее и спокойствие, скромность. Это не значит, что они должны изображать из себя ущемленных, ущербных при ходьбе для показухи людьми. Господин сынов Адама, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ходил, будто плыл по земле, а земля будто расстилалась перед ним. Некоторые праведные предшественники считали нежелательным ходить с, показанной слабостью. Передает, что Ибн передает, что Умар, ради Аллаху анху) однажды увидел юношу, шерщего медленно и спросил у него, Что с тобой, Ты болен? Тот ответил: Нет, О повелитель правоверных, и тогда тот побил Его палкой и приказал ходить решительной походкой. Под словами Аллаха, Хауна, смиренно подразумевается спокойствие и размеренность. К проявлениям скромности и спокойствия относится то, что рабы милосердного Аллаха Субхану верующие могут повстречать на своем пути некоторых глупцов и невежд, но при этом рабы милосердного будут общаться с ними достойно и без упоминания какой-то глупости или невежества. На это указывают слова Аллаха Субхану саляма А когда невежды обращаются к ним, они говорят им, то есть не опускаются на их место и начинает с ними разговаривать так же, как они разговаривают с ними, проявляя гордость, невежество, глупость. А наоборот, они достойно ответят им мир вам. Это второе качество, которое Аллах Субхану упоминает в этих аятах. Первое качество – это когда они ходят по земле, они ходят с размеренной походкой, негорделиво. Второе качество – когда к ним обращаются невежды, глупцы, они отвечают, не падают на их уровень, отвечают им достойно. Мир вам. То есть невежды по своей глупости начинают поносить их скверными словами. Те не отвечают им те же, прощают и не говорят им ничего, кроме благого. Как сказал о них Аллах в другом аяте, а услышав праздные речи, они отворачиваются от них. Они отличаются скромностью, достоинством и уравновешенностью. Они никогда не превозносят себя перед Аллахом или перед Его творением. Наоборот, бывают смиренными. Никого ниже себя не будет считать, никого права никого не будет ущемлять, а наоборот, будут смиренными перед Аллахом Субхану ва и перед Его творением. Даже если невежественные грешники говорят с ним грубо и недостойно, они все равно отвечают им самым достойным образом, не, уподобляя им, не уподобляясь им, избегая греховных слов. Терпение, кротость, выдержка, благоразумие, умение прощать обидчика и отвечать добром на зло это лишь некоторые из, из их прекрасных качеств, которые Аллах, Субхану упоминает в этих аятах. И только по этой причине они удостоились тем, что Аллах Субхану Ваталя назвал их рабами милосердного. Ибн Аль-Каим, рахматуллахи алей, сказал в своей книге, «Большие, больше всего ошибки человек допускает из-за собственных ног и собственного языка. Поэтому Аллах упомянул и то, и другое вместе и сказал, «А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращается к ним, они говорят «мир». Дальше Ибн Аль-Каим продолжает. «Всевышний назвал своих рабов, которые употребляют правильные слова и корректно ведут себя во время ходьбы теми, кто идет правильным путем». Конец цитаты. Рабы милосердного не отвечают невеждам и глупцам, невежеством или глупостями, а просто отворачиваются от них или обращаются с ним хорошими словами. Тем самым рабы милосердным отвечают добром на зло, как Всевышний Аллах, Субхану, говорит в другом Аяте, не равны добро и зло, оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. Мусульманин должен отвечать добром на зло. Это качество посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и его благородных сподвижников. И проявлять скромность по отношению к окружающим, какими бы нравами они не обладали. Прежде всего, мусульманину следует во всех вопросах просить у Аллаха, субханаху, ва помощи, обращаться к нему, возводить к нему руки и просить у него, чтобы Аллах, аззаваджаль, дарал, дал ему наилучший нрав и защитил его, его потомство от скверных нравов. Достоверно известно, что посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, говорил в своей мольбе следующие слова. «Укажи мне путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, кроме тебя, не укажет пути к наилучшим из них. И избавь меня от дурных нравственных качеств, ибо никто, кроме тебя, не отведет от меня дурного. Это дуа посланника Аллаха, саллиллаху алейху саллям. Пророк, саллиллаху алейху саллям советовал человеку, который выходит из своего дома, чтобы он говорил, У Аллах, поистине, я прибегаю к тебе от того, чтобы впасть в заблуждение или быть введенным в заблуждение, от того, чтобы самому допустить ошибку и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы самому допустить несправедливость и от того, чтобы со мной поступили несправедливо, от того, чтобы пребывать в невежестве, и от того, чтобы меня держали в невежестве. Это дуа посланника, саллиллаху алейху салям, когда он выходил из дома, он читал его. Пусть Аллах, субхану ва облагодетельствует нас благим нравом. В Аллах, это качество посланника, саллиллаху алейху самые отъявленные враги пророка, когда видели его, они принимали ислам. У них не оставалось другого выбора, кроме как принять ислам. Из-за благих нравов. Из-за благих нравов целые сподвижников, целые поколения, целые народы принимали ислам. Это качество благородных сподвижников и нашего посланника, салляллаху алейхи Вот два качества, которые Аллах, субхану ва упоминает в этих аятах. И, иншаллах, на следующем уроке перечислю, расскажу о других качествах, о других шестих, о других шести качествах, которые он упоминает в конце Суратул И назвал их. И по причине этих качеств они удостоились тем, чтобы Аллах Аззаваджаль назвал их рабами милосердного, милостивого. Да поможет нам Аллах Субхану Тааля, да смягчит Аллах наши сердца и облагодетельствует нас благим нравом. Аминь. Вассаляму алейкум. ورحمه الله وبركاته